это один из десертов, которые готовятся с детства. Поэтому с приготовлением справится даже начинающий кулинар. Итак, вашему вниманию вкусная выпечка к чаю. Такой пирог можно приготовить из любых ягод. Также вместо ягод можно использовать джем или варенье. Лучше всего выбирать начинку с кислинкой, так получается более гармоничный вкус. Сладкое тесто и ягодная кислинка. Мягкое сливочное масло соедините с яйцами. Добавьте сахар, муку и соду. Замесите тесто. Разделите его на две неравные части. Меньшую отправьте в морозилку. Малину измельчите в пюре. Добавьте крахмал и сахар. Проварите немного до загустения. Большую часть теста ровным слоем распределите на противне. Сверху равномерно распределите начинку. Сверху натрите тесто из морозилки. Поставьте пирог в духовку, разогретую до 200 градусов на 30 минут. Готовый пирог остудите и разрежьте. Приятного чаепития!